Период приемной кампании для вузов Челябинска подошел к концу, и теперь пришло время подвести ее итоги. Представители трех университетов Челябинска встретились в радиостудии «Комсомольской правды», чтобы обсудить, как прошел прием абитуриентов в их университетах. Наш университет представляла Юлия Болотина, руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮРГУ. Мы постарались в этом году всем коллективам Южноуральского государственного университета создать именно комфортные условия для каждого абитуриента и для их родителей. Это и новый формат нахождения Центральной приемной комиссии. Это создание двух центров. Это колл-центр и центр заключения договоров. Это, конечно же, то громаднейшее количество абитуриентов, их родителей, которые приходили к нам и со своими проблемами, и со своей радостью. И вот ежедневное решение всех существующих проблем, задач, нахождение выхода из различных ситуаций, я думаю, именно этим и можно характеризовать нынешнюю приемную комиссию. Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮРГУ Юлия Болотина отметила, что в этом году в ЮРГУ было подано более 41 тысячи заявлений на поступление. От 13 397 абитуриентов, из них 60% прошло через личные консультации. Всего в ЮРГУ было зачислено 3416 человек по бюджетной основе обучения и более 4100 человек по контрактной основе. Также Юлия Болотина рассказала об опыте сотрудничества между вузами города в межвузовском просветительском проекте для старшеклассников «Успешный абитуриент». Необходимо создать так называемое единое образовательное пространство, в котором абитуриент будет чувствовать себя достаточно комфортно. Именно для этого в сентябре 2022 года мы создали проект «Успешный абитуриент», в который пригласили представителей 6 вузов города Челябинска. И в течение года мы работали все вместе для того, чтобы сформировать единую информацию, единые подходы к тому, чтобы наш абитуриент, абитуриент приезжающий или приходящий в челябинские вузы, был в полной мере защищен. Где комфортно учиться? Так звучала тема радиоэфира, в рамках которой ведущие вузы Челябинска рассказали о своей инфраструктуре, о созданных условиях для обучения студентов и их жизни. Поэтому ЮРГУ в числе трех самых активных вузов Челябинска получил диплом партнеров проекта.